Ни садика, ни аптеки, ничего нет. Для людей здесь ничего не делается. Именно так местные жители описывают ситуацию в поселке Элеваторная гора. Информацию о продаже школы подтвердили в исполкоме города. Стоимость здания площадью 1171 квадратный метр оценили 8 миллионов 600 тысяч рублей. Разговоры о продаже здания ведутся уже не первый год. Еще в 2017-м депутаты выступали с обращением к президенту республики Рустаму Миниханову с просьбой сохранить и отремонтировать школу, ведь еще тогда она была признана аварийной. Ее построили в 1961 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. Но, однако, большинство депутатов не поддержало эту инициативу, и они сослались на то, что здание небезопасно и вкладывать в него деньги нерационально, так как учатся в школе всего около 10 человек. Конечно, это не все школьники поселка, но уже на тот момент большинство учащихся ездили в челнинские школы. Но местные жители все равно боролись за свое учебное заведение и даже собирали подписи. Однако проблему это не решило. В качестве альтернативы город выделил 2 автобуса, чтобы возить детей в школы Челнов. У меня еще сын учился здесь, вообще-то в начальной школе, классе, когда учился. Хорошо было, конечно, для жителей, очень удобно. А сейчас в город надо возить детей. Совсем неудобно. А тут зря вот стоит. Если бы открыли бы эту школу, конечно, хорошо бы было. Дети есть, они должны ходить в эту школу, я так думаю. А то им в город приходится ездить. Ну да, тем более первые, четвертые классы, я думаю, должны учиться здесь. Куда-то их возить, это проблематично. Если бы ее отремонтировали, было бы всем удобнее намного. Местные жители предполагают, что причина закрытия школы вовсе не в аварийном состоянии здания. Участки вокруг учебного заведения принадлежат семье одного из бизнесменов. Сельчане думают, что объект продают для частного строительства. Кому-то участок нужен, скорее всего. Огромная школа. Я здесь вот учился в этой школе. Огромная школа была. Сады, огороды, эти были, участки были. Все распродали. Какой? Есть какой-то там олигарх. Есть. Отстроил уже, не отстраивает, все занял. Официальной информации о том, что появится на месте школы, пока нет. В администрации города сообщили, что торги состоятся 19 сентября. Валерия Новожилова, Айдар Мусин, новости Татарстана.